Картины Ирины Красновой поражают фотографической точностью, глубиной и объемом. Более 20 работ. Разнообразные натюрморты, пейзажи и портреты, созданные в разные годы, стали основой выставки под названием «Эмоции и чувства». Именно живопись помогает женщине наиболее точно выражать свои эмоции и чувства. Я рисую для себя, для исцеления своей души. То есть я считаю, что живопись – это терапия. Прежде всего, если какое-то плохое настроение, берешь кисть и рисуешь. То есть меня это спасает. Я забываю, я начинаю уже думать именно про свою работу. Рисовать видновчанка Ирина Краснова начала еще в детстве. В взрослом возрасте она стала художником по керамике, был период и работы в музее художником по костюмам. К своей первой персональной выставке Ирина шла долго, но ее творчество сразу нашло своих почитателей. Жители приходят и, честно скажу, все восхищаются работами. И каждому человеку нравится какая-то своя, какая-то определенная. Например, у меня есть любимая работа в этой выставке, как и, в принципе, на каждой выставке, одна работа всегда становится любимой. У меня вот балерина здесь. Вот. Очень многие приходят, восхищаются чернокожими мальчиками. Помимо картин маслом, немало работ в коллекции Ирины выполнены угольным карандашом. В основном это портреты. Графика прекрасно позволяет передать изящество форм и линий. Их надо рисовать намного тщательней, дольше и более тщательно прописывать детали. Мне это очень нравится. То есть мне нравится вот сидеть над ними долго, работать. Я могу и день, и два, и три. Могу переделывать, могу что-то стирать, но заново делать. То есть мне вот это нравится, именно графика. Также на выставке представлены куклы, созданные руками художницы. Интересны как сами экспонаты, так и их одежда. Народные костюмы, сделанные с вниманием к самым мельчайшим деталям, не только самобытные и красивые, но и практичные. Все они снимаются, и кукол можно переодевать. Но и это еще не все. В каждой куколке есть сердечко, вот, чтобы кукла выглядела живой и на самом деле, чтобы в нее была такая, в общем-то, прекрасная душа. Насладиться работами Ирины Красновой можно до 15 октября. Не пропустите. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.